Жить активно и быть востребованной для многих женщин так же важно, как быть хорошей женой и матерью. Тем более, что большинство и то, и другое прекрасно совмещают. В Иванове состоялась ярмарка вакансий «Профессиональный мир женщины». Мероприятие приурочено к 8 марта. Мы пригласили сюда женщин всех возрастов для того, чтобы они нашли подходящую для себя работу из тех, кто стоит у нас на учете на бирже труда. Здесь порядка 20 работодателей, которые предлагают свои вакансии. Пришедшие граждане могут обратиться к ним, сразу получить консультацию в отношении рабочего места, работы и, возможно, уже и здесь и трудоустроиться. Очень много работодателей из сферы текстильной и легкой промышленности. Для тех, кто умеет шить и согласен на вакансию именно в этой отрасли, есть из чего выбрать. Нам требуются портные для экспериментального цеха, а также нам нужны очень швеи в области. Это Верхний Ландях, Кинешма, Пестяки, Лежневский район. Приглашают к нам на работу. А еще требуются почтальоны, медики, пекари, муниципальные служащие. Эта страховая компания ищет финансового консультанта. И именно женщину. Поясняют, что дамы коммуникабельней и сдержанней, чем представители противоположного пола. А это прям вот именно женское такое вот семейное, то есть, которое печется за свою семью. Это люди, которые, как правило, воспринимают лучше, да, саму идею страхования. Она близка нам, каждой женщине. Поэтому это такой вот прямо женский конек, я бы сказала. Примечательно, что все соискательницы настроены позитивно, пунктуально пришли к самому открытию ярмарки. Руки не опускают и верят, что найдут свою работу. Очень сложно и, честно сказать, и зарплата, конечно, желает быть лучшего. А так, конечно, спасибо, то, что есть биржа труда, она помогает нам. И в учебе, и в поиске, то есть в этом очень хорошо помогает. Меня, знаете, спрашивают, вот какая у тебя профессия? Говорю, я вот трудящаяся, я из деревни приехала на фабрику в свое время. Так вот я, в принципе, образования особого у меня нет, просто я старательная всегда была. За этот год при содействии службы занятости нашли свою работу 600 женщин. Как бы банально это ни звучало, но находит тот, кто как минимум ищет. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.